Здесь посажены огурцы. Были посажены в грунт 25 и 26 апреля. Сегодня уже 1 мая. Пленкой накрыл сегодня, так как они за эти дни не взошли. А посаженные 25 апреля семена огурцов в бочку под пленку взошли на 4-й день. Вот мы посмотрим, когда взойдут здесь. Ну, часть лунок не закрыта пленкой. Это по краям. Так что все возможно, что там взойдут или позже, или вообще не взойдут. Ну, будем смотреть, что произойдет. Бочка. В ней посажены огурцы 25 апреля. 29 начали сходить огурчики. Давайте посмотрим. Все открывать не будем. Вот они. Вот такие вот огурчики. Вот они сходят. Ну, уже есть проблема. Вот, уже жрут вот эти гады. Вот они. Седьмое мая 2018 года. Град практически уничтожил будущий урожай. Грибные помидоры. Да. Вот так вот. Погуляли. Что у нас тут? Тут так нормально. Здесь огурцы уплыли. Что с моими? Ой, блин. Все, мои огурцы в бочке разбиты. Бедные мои огурцы. Ой, он сломал, блин. Все, жопа. Ой. Да. Жертва пали смертью храбрых. Блин. Огурцы утонули. Тут все потопло. Сегодня 10 июня. Мы у бочки, где растут огурцы. Итак, вот они. Такие огурцы в бочке. Тоже, видите, огурчики есть. Они цветут. Вот. Вот так разрослись. Шикарно тянутся на ветки, цепляются по проволоке, по веткам. Скоро уже будем собирать урожай. А что у нас на грядке? Что у нас творится
с огурцами, которые посажены в почву. Пойдем посмотрим. С огурцами. Над огурцами сетка. Ну, не над всеми, правда. Вот огурцы, которые были посажены в грунт. Вот как они выросли. Разные. От чуть-чуть над землей. Ну, есть такие, что покрупнее. Некоторых даже приходилось пересаживать. Тоже вот цветут огурчики. Вот. Так что есть тут некоторые вот только лезут. Не видно. Вот они. Вот разные. Есть. Побольше, есть поменьше. Но растут все по-разному. Вот. Конечно, те, что в бочке, у них огромное преимущество над теми, что в грунте. Они хуже всходили. Пришлось порядка 30 лунок пересеивать. Вот они пересеянные, только сходят. Вот они. По-разному сходят. Ну, посмотрим, что будет дальше. 23 июня. Такие вот огурцы полевые на грядке. Такие разные они тут. Разные. Вот. Тут тоже. Вот они. Разные. Такие. 3 дня назад я уже 4 огурца снял. 3 огурца с грядки и 1 огурец в бочке. Так что, независимо от того, что зашло раньше и выросло больше в стебель, вот здесь не хватает азота. Кустику надо будет немножко. И здесь тоже вот не хватает. Здесь мы добавим. Вот. Такие вот огурчики. Такие вот огурчики. Такие вот огурчики. Такие огурчики. И тут вот прячется тоже огурчик. Тут вот. Вот они такие. А есть еще самые курьезные огурчики. Видите, вот этот куст, это, по всей видимости, парниковый. Ну, не знаю, может, не парниковый. Но мне попадаются 4-й год подряд с семенами нормальными вот эти длинные. Из этих вот, из этой завязи, из этих маленьких, худеньких, длинненьких огурчиков вырастут потом до 40-45 сантиметров огурцы. Длиннющие, гладкие, длинные огурцы, темные. Такие могут только в
парниках расти. Но вот у меня попадаются такие, растут. Вот первый раз их было порядка 20 кустов. Потом чуть меньше. Вот в этом году один. Один попался. Так что такие курьезы бывают у нас в огороде. Вот еще огурчик. Сейчас пойдем посмотрим, что в бочке. Вот что у нас в бочке происходит. Вот они у нас тут полезли. Лианы такие. Вот они у нас полезли, огурцы, вверх. И вот не хватает тоже азота. Но не знаю, я недавно подкормил, должны исправиться. Вот и видите, тут что-то им не хватает. Вот им чего-то тут лишнего. Что-то не угодишь. Вот там. Вот они. Там тоже огурчики. И тут вот прячутся огурчики. Вот они. И там вот корявый огурец. И вон они пошли. А здесь что у нас? И тут он лишний, но а тут вот неплохой огурчик. Такой хороший. Вот висят огурчики. То есть в бочке процесс идет. Процесс. Как тут почва влажная, нормальная. Ну, пусть сегодня, наверное, оборвем и в огороде, и здесь. Ну или завтра утром посмотрим. Так, нет у нас времени дожидаться, когда наш огурец вырастет окончательно. Вот он у нас таких достиг размеров 20. Тут 24 сантиметра, да? Мне 25, кажется. Или 25. Ну, в общем, где-то так. Ему еще, конечно, надо расти, но нам нужен огурец. Поэтому мы его срываем.